коричневый. Розовый. Коричневый. Красный. Коричневый. Зеленый. Ты можешь поиграть со своим рисунком, нажимая на кнопки и на экран. Вау! У тебя получаются такие замечательные картинки! Давай еще порисуем! Выбирай, что будет? Давай нарисуем большой грузовик. Сначала нарисуй грузовику кабину с окошком. Нарисуй большой кузов для грузов. Зеленый. Замечательно! А теперь нарисуй раму грузовика. Синий. Умница! А теперь заднее колесо. Черный. И переднее колесо. Brrrr.
Смотри-ка, твой грузовик умеет перевозить тяжелые грузы. Ты можешь поиграть со своим рисунком, нажимая на кнопки и на экран. Давай нарисуем вагон. Красный. Нарисуй большой прямоугольник. А теперь еще один. Коричневый. Отлично! Нарисуй окошки-квадратики. Молодец! Теперь нарисуй вагону прочную раму. И колеса круги, чтобы вагон мог ехать. Черный. С тобой так интересно играть! Давай порисуем еще. Выбирай. Давай нарисуем колючего ежика. Сначала нарисуй ежику острую мордочку. И круглый носик. Черный. Нарисуй ежику ротик. Коричневый. Молодец! А теперь колючее тельце. Желтый. Thank you.
Здорово! И еще немного колючек. Теперь нарисуй ежику две лапки. И еще две лапки. Посмотри, как смешно кувыркается и бегает твой ежик. Ты можешь поиграть со своим рисунком. Нажимай на кнопки и на экран. С тобой так интересно играть! Давай порисуем еще. Выбирай новую живую картинку. Давай нарисуем милого цыпленка. Сначала нарисуй цыпленку круглую голову. Желтый. Теперь добавь ему острый клювик. Молодец! Нарисуй цыпленку тело. И маленькое крылышко. Отлично! Нарисуй цыпленку тонкие ножки, чтобы он мог прыгать. У тебя получаются такие замечательные картины. Давай нарисуем большую акулу. Сначала нарисуй ей тельце. Синий. Молодец! А теперь нарисуй зубастый рот. Теперь нарисуй верхний плавничок. И нижний плавничок. Здорово! Нарисуй акуле жабры. Три полосочки. И напоследок два плавничка на хвосте.